С портфелем на выход. В мэрии уволили директора департамента имущественных отношений Сергей Хороширов. Попал на муниципальную службу в 2005 году, сменив адвокатскую деятельность на чиновничью работу. Руководителем ведомства стал в августе 2012 года после ухода с этой должности его начальника Юрия Гамбурга. За время работы директором департамента чиновника критиковали как депутаты горсовета, так и коллеги, в основном за низкие доходы в бюджет. А по месту работы он получил 2 выговора. В итоге Хорошилов написал заявление об уходе по собственному желанию. В пресс-службе мэрии уточнили, что до назначения нового директора департамента временно исполнять его обязанности будет первый зам Валерий Помаргайло.